Вы же предупредили пациента о том, что он будет потом страшно красивый. Вот отработали вот так вот всю поверхность, да? А дальше остался материал, и вы можете какие-то проблемные зоны отработать более тщательно, практически без интервала. Вот под углом и подтянули немножко. Как вы себя чувствуете? Прекрасно. Важно предупредить. Важно, чтобы пациент понимал, что он в надежных руках. Если вы будете бояться, а это нормально вот на первом этапе, когда ну, жалко, иголку-то вот воткнуть. Страшно. Ничего, это со временем пройдет, это с опытом пройдет. И здесь смотрите, а здесь между ними мы, да, пошли, вот, чтобы это было у нас. Есть техника напаш. Но это красиво для показов, для выставок, когда там тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, очень много препарата остается на коже, потеря препарата высокая, да. Поэтому, ну, потрудитесь уж вот так вот потихонечку. Как вы себя чувствуете? Это что? А это потому, что я вопрос неправильно задала. Можно сказать, все хорошо? Все хорошо. Как? На вопрос надо как уже ответ. Ну, некоторые еще и слезу пускают. И чихают, и слезы пускают. Это реакция совершенно нормальная. Путь к красоте, он нелег, непрост.